Открытие нового торгового центра в Котласе в 2007 году затмило все городские мероприятия. 11,5 тысяч квадратных метров, 3 этажа и брендовые магазины в одном месте. Я специально ездил, посещал несколько торговых центров. Там, Вологда, Киров, Сыктывкар, Санкт-Петербург. Буквально ходил, мерил с рулеткой, какими должны быть коридоры. Поначалу люди ходили в «Адмирал» как на экскурсию. Восхищало все, от масштаба до выкладки товара. А уж первый в городе эскалатор и вовсе стал настоящим аттракционом. И открыть свой отдел именно здесь хотел любой предприниматель. То есть работа с арендаторами, подбор арендаторов начался задолго до того, как он распахнул дверь. Чтобы попасть в «Адмирал», была очередь. Здесь можно найти абсолютно все – одежда, обувь и аксессуары, подарки, мебель, сантехнику и даже нового друга. Многие отделы на своих местах с 2007 года. С момента открытия торгового центра более 1000 квадратных метров занимает супермаркет. И 15 лет назад вот мы не струсили, мы открыли большой магазин для наших горожан. И с уникальным ассортиментом, с уникальным производством. Столько товара в одном месте не было нигде. Ну а запах свежей выпечки стал визитной карточкой супермаркета. Здесь пекут свой хлеб, кондитерские изделия, готовят блюда по домашним рецептам. Собственное производство – это вообще очень большая ответственность и большой труд. Это качество. Мы можем сделать продукцию таким же образом, и из тех же ингредиентов, которые делает хозяйка у себя на кухне, тем самым экономя время. Выпечка только на сливочном масле, сметана из Кирова, творог, устюгский, мясо из Кировской области. Работа с местными производителями и близлежащими областями всегда была в приоритете, и покупатели это ценят. Широкий ассортимент продуктов большой, и очень... здесь скидки бывают часто. Можно и моющие купить, и продукты все, и по ценам доступно все хорошо. Штат супермаркета 55 человек. Это те, кто готовит, кто фасует, расставляет и отпускает товар, заботится о чистоте помещения. Многие работают здесь с первого дня, и каждый знает, что здесь в приоритете качество. И несмотря на кризисы, планку здесь опускать не собираются. Оперативные задачи здесь и сейчас – все сохранить, несмотря ни на что. Быть. И это касается всего торгового центра. Трудные времена были и еще будут, но, как показало время, только свое, родное способно крепко стоять на ногах. «Адмирал» он сейчас на 98% заполнен. У меня практически нет свободных площадей. Выбранное однажды удачное расположение с высоким трафиком и нестандартная архитектура сделали «Адмирал» местом притяжения людей и проведения всевозможных городских мероприятий. За покупками или развлечься на протяжении 15 лет сюда съезжаются со всего города и района.